Алло, здравствуйте. Вот так маленько как бы отступите, чтобы голова ваша отступила себе. А то наплывает сильно. Так, ну и рассказывайте, кто вы, откуда и зачем. Ну, Георгий Шефель, родился в Новокузнецке. Погромче. Георгий Шефель, родом из Новокузнецка, а сейчас проживаю в Новосибирске. У вас микрофон далеко от вас? Нет. Нет. Сделайте рядом прямо. Да нет, у меня и так рядом. Понимаете, тогда у меня шум сильный, если я на полную включаю. Вам нельзя будет говорить. Говорите. Родом из Новокузнецка, проживаю в Новосибирске. А, понял. Теперь живу здесь. Да, внутри. А что означает ваша фамилия? Не знаю. На каком языке это? Вот Шепель. Типа немецкий, может быть, вроде. Хорошо, ладно. Я слушаю вас. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Ну, можно хотя бы групповой чат устроить. Можно просто, вот, например, нет, без инвалида и парализованного. Не надо, никаких исповедей. Я не священник. Если да вы... Не обязательно. Так, если вы против, значит, разговор окончен. Да нет, вы меня неправильно поняли. Просто не обо всем, то, что касается... Вы сами берите только то, что не представляет тайны. Ну, о том говорите. Нет. Вы не против, что все у нас записывается и выставляется в интернет, спрашиваю? Я не это имел в виду. Честно, я не это имел в виду. Я не про это спрашиваю, вы ответьте четко. Вы согласны с этим? Ну, если так хотите. Нет, это не ответ. Это не ответ. Сейчас, знаете. Я спрашиваю, вы не против, что все выставляется в интернет, что мы будем говорить? У нас запись идет. Пожалуй, нет, вы же извините. Просто это так неловко. То есть не согласны, да? Ну, хотелось бы, но... Все, больше разговоров не будет. До свидания. Ко мне больше не звоните.